Как правильно взаимодействовать с фондом капитального ремонта? Этот вопрос обсудили председатели советов многоквартирных домов и представители фонда. Встреча прошла в школе номер 2. Семинар – своеобразный урок грамотности в сфере ЖКХ для жителей и проходит уже третий раз. Сегодня проходит у нас третий семинар. Первый семинар был посвящен государственной жилищной инспекции и тем вопросам, которые они контролируют. Второй семинар прошел с комитетом по ценам и тарифам Московской области, где люди узнали о формировании тарифов на коммунальные услуги. И сегодня проводится занятие, очень важное, очень интересующее многих людей, это по капитальному ремонту многоквартирных домов. В этот раз рассматривали, как обслуживать многоквартирные дома, кто и каким образом должен производить текущие и капитальные ремонты. Всего должно пройти 8 подобных семинаров. Ближайший состоится уже в этот четверг. На него приглашены специалисты по ЖКХ администрации округа, а также представители управляющей компании ДЭС ЖКУ.